Владимир Жириновский. Памятник НЖД в Карабахе появляются на зло русским. До россиян наконец доходит, что Армения пропагандирует пособников нацистов. Если есть доказательства, что Горегин НЖД был фашистским палачом и непосредственно сотрудничал с нацистской Германией, то, конечно, памятник ему ставить не следует. Об этом заявил лидер либерально-демократической фракции Государственной Думы Российской Федерации Владимир Жириновский, комментируя возведение памятника фашисту Горегину НЖД в контролируемой российскими миротворцами части азербайджанского города Ходжавенд и в Ереване. По словам Жириновского, возведение памятника фашистам делается на зло России. К сожалению, памятники ставятся на зло русским, на зло Москве. Воздвигаются памятники фашистам, подобным НЖД. Недопустимо ставить памятник тем, кто сотрудничал с фашистами, палачами, террористами. Если НЖД – это армянский Власов, то мы против этого. Кто бы ни сотрудничал с фашистами, к нему должно быть только негативное отношение, заявил Владимир Жириновский.